Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как правильно шить трикотаж. Сначала покажу вам покупную футболку. Я просто положила ее на стол. И смотрите, как идут боковые швы. Этот уходит вперед, а этот шов уходит назад. Если выровнять ее по боковым швам, вот так, смотрите, что происходит с футболкой. Она вообще вся перекосившаяся. Здесь боковой шов впереди, а тут на такое же расстояние уходит назад. Если ее попробовать выровнять, взяв под рукавами, смотрите, она все равно неровная. Горловина перекошенная. Боковые швы неровные. Если же выровнять ее по плечам, футболка все равно остается кривой. С этой стороны рукав смотрит вперед, с другой стороны назад. И боковые швы вы тоже видите. Это происходит потому, что там, где ее шили, не выровняли ткань при раскрое по долевым полоскам. Давайте посмотрим на обычную кулирку. Она в данном случае идет чулком. Здесь нет кромки. И у трикотажа нет долевой, как у обычной ткани. Трикотаж – это ведь вязаное полотно. И у него нужно ориентироваться по вязаным петелькам. Если я положу линейку по этой дорожке из вязаных петель, смотрите, как криво она идет. Смотрите, насколько неровный трикотаж. Вот линия, по которой он был сложен и даже казался ровным. А вот направление вязки. Я буду разрезать по начерченной линии и кроить буду, выравнивая ткань именно по ней. Смотрите, я выложила ткань по так называемой долевой нити. И смотрите, насколько он неровный, какая большая разница. Если бы я этого не сделала, то моя футболка в готовом виде имела бы такой же перекос, как на той, что я вам показывала в начале. Спасибо всем, кто меня смотрит, пишет комментарии и ставит лайки. Это очень помогает продвижению канала. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. До встречи в новом видео.